давай. Куда ты идешь? Ты же видишь этот пуканчик, а? Спящий, осторожней. Смотрите внимательней. Гриб, а? Интересно стало, а ты всегда таким был? Да нет, привлекательность меня бабушки. Да нет, не понял. Ты в смысле, прям таким родился, грибом, или здесь таким стал? А, ты об этом? Нет, я здесь таким стал. Эх, помню прошлое. Я был великим пиратом, а? Сорви голова, расхититель дамских сердец. Ха-ха, сколько рома выпито. Сколько лет прошло. Слушай, так ты добрым молодцем, оказывается, был бравым пиратом. И как же тебя звали? Я был известен на семи морях как пират. Отличное имя. Очевидно. Да, то. В общем, далекая это недавняя история. Вы присаживайтесь. Как сейчас помню. Поспорил я тогда на свой фрегат, что добуду я сокровища бермудские. Собрал я целую команду сорвиголов и поплыли мы. И что дальше? Ну, в смысле, приплыли мы дальше. Что дальше? В общем, высадились мы на это гиблое место. Ну как высадились? Выбросило нас штормом. Долго мы бродили по лесам да болотам. Много наших полегло. Кто от голода, кто от цинги, а кто от пуканчиков проклятых. В общем, один я остался. Ничего. На четвертый месяц совсем отощал, совсем оголодал без воды и еды. Упал я под дубом. Думаю, вот он, конец мой. И тут чудовище! Неожиданно. Да нет, тихо вы. Открываю глаза, а передо мной гриб стоит. И лукаво так на меня смотрит. Говорит, хочешь жить? Я с тобой жить не буду. Он, да нет, выжить хочешь? Конечно, хочу. Он достает свой, в смысле, свою руку. И мне протягивает. Говорит, я им что делать, укусил. Вырубила меня! Совсем. А дальше что? А дальше он проснулся. Ну, я о том и говорю. Просыпаюсь я, значится, под дубом-то. И гриба, и кого рядом. И только я. В общем, с той поры я грибам не доверяю. Офигительный у тебя история. Вам-то я тоже не советую доверять. Одна интереснее другой. Ладно, пойдемте, тут уже недолго осталось. Давай, да, пойдем. Спасибо.